Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, это блокпост. Сегодня у нас будет небольшой донатик, сегодня мы приобретем 170 монет и покрутим. В общем, пооткрываем кейсы. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх. Покупаем. Так, с нас пишут, окей, согласен. Отлично, 175. Разворачиваем. Так, идем в магазин. И... Ну, этих пока что нельзя купить. У нас еще 189 кейсов есть за левел. Давайте купим. Купим. Сколько купим? Ну, сколько купим? Давайте десяточку купим, окей? Так, продолжим. Еще. Еще. Так, сколько уже? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 есть. А, ключи теперь. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, так, идем в инвентарь, кейсы. Давайте смотрим. Все правильно у нас? Да, по 10 штук и ключей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что нам выпадет, ребят? Как думаете? Я надеюсь, какую-нибудь снайперскую выиграть. В общем, начинаем крутить. С новыми, кстати, снайперскими побегаем. УЗИ, постоянно УЗИ попадается. Продолжим. Кейсы. Открываем. Я хочу снайперку, реально хочу снайперскую винтовку. Крутую, что тут может выпасть нам? Опять МК. С этого кейса вообще, что может выпасть с этого кейса? АК-47 у меня есть, то есть крутой, самый крутой это АК-47. Тут самый крутой. Вообще мне нужна гроза. XM8. Стейр Скоут и СВД. СВД тоже крутая. В общем, открываем. У нас еще есть кейсы и есть хороший шанс. Да постоянно ТМ, блин. Ладно, мы потом еще уникальный кейс откроем. Откроем дальше. Ну, 10 кейсов я уже открыл, и мне снайперская винтовка не выпадает. Опять. Да издеваетесь, что ли? Блин, 10 кейсов я открываю, ребят. Ну, должны же что-то дать. Или нифига не дадут. Дробовик. А, супер... Хори какой-то. Я плохо читаю по-английски. Супер Схоут. А, это вот ты и есть, что ли, крутой? Стейр Скоут. Ну-ка. Так, оружие. Какое у меня тут есть? А, это другое, это простой. С ним, конечно, можем побегать. Но это не тот, который я ждал. Так, давайте оденем, просто посмотрим. Нам нужен другой. Да, это другой, это простой. Ладно, открываем дальше. И просто надеемся, надеемся, что выпадет. Ваши пальцы вверх мне поддержат, помогут, и реально у нас уже начнется что-нибудь достойное выпадать. А пока что нет, пока что ничего достойного не выпадает. Покупаешь, покупаешь, и нифига. УЗИ, УЗИ, вот заметили, МП5, УЗИ, МП5, УЗИ. Три кейса осталось. В следующей серии мы обязательно еще повращаем. Но неужели хоть что-то? Стир Скаут. А, вот этого я хотел. А, у меня уже есть эта снайперская винтовка. Я ее выиграл. То есть она уже у меня дублируется. Так, ну мы ее возьмем, конечно. Я бы хотел другую. А СВД мы тут не откроем, да? А, СВД, да, тут есть СВД. Блин, да что ж ты будешь делать? Кольт. Кольт тоже обычный. Ни гроза, ни XM8. Или у нас была гроза и XM8. Я уже все-таки запутался. В общем, СВД тут мы явно не выбили. И... Ёлки-палки. Ладно, всякая фигня. Идем в мастерскую. Давайте, допустим... А, нет, это два разных. МАК-10, МАК-10, МАК-10. Можно модернизировать скупкой кейсов. Поместите один кейс для продажи. Кейс будет удален в вашем инвентаре безвозвратно. Взамен вы получите одну монету.
А зачем мне? Не, мне кейсы нужны. Модернизация. Поместить три оружия для модернизации. Оружие будет уничтожено без заряда, но взамен вы получите модернизированное оружие. Но пока что это нету. Хорошо, давайте два мака положим. Начнем разбор. Так, получим кейс. Хорошо, потом посмотрим, что вообще в кейсе можно выиграть. Я вот эти тоже попробовал слить и уникальный какой-нибудь взять. Так, начнем разбор. Так, кейс первого уровня. Давайте вот эти попробуем положить. И тебя. Получится, нет? Надеюсь, получится. Начнем разбор. Второй. Блин. О, аж на третий. Крафт третий дали нам. Нифига себе. Ладно. Сейчас пооткрываю. Может, что-нибудь реально крутое выпадет. Так, прикольно. Я уже все потрачу. Что-нибудь чисто разбираем. Кейсы. Идем в профиль. Кейсы у меня есть. У меня два ключа таких кейсов. Раз, два, три, четыре. Нужно купить ключи. Так, давайте как можно больше купим. Они нам пригодятся, я думаю. Так, кейс теперь можно открывать. Такие пока что нельзя покупать. Костюмы. Фу, ну что ж, есть первый. Тут все первые, один третий. В третьем можно найти что? Тут три вида оружия. Рагер MP9, G3, Desert Eagle и L96. Так, нужно Глок выиграть. А есть, наверное, четвертый еще степени. То есть это самый простой. Ну ладно, давайте откроем простой. Так, ладно, у MP5. То есть мне, наверное, смысла нет тут простые, наверное, уже открывать. Так, ладно. Это третий. Нет, третий в самом конце откроем. Открываем этот. Что у нас тут выпадет? Так, смотрим. Так, ладно. Хочется что-нибудь крутое, уже уникальное выиграть. Но не попадается. Так, ну самый-самый такой долгожданный момент. Это вот этот. Фуф, пробуем, я не знаю, тут интересное оружие. Снайперское, блин. МП9. Там была снайперская винтовка. Печально, конечно. Ну, я думаю, стоит проверить тебе. А, так, урон, наденем оружие. Такого у нас не было. Нет смысла разбирать, нам нужно какое-нибудь легендарное, редкое. Так, ну ладно, давайте просто проверим хотя бы его. Так, вот она, да? Сейчас начнем. Немножко по скалашникам пробежимся. Зато у меня есть крутой ножик. Довольно-таки нормальный. Быстро с ним копать можно. Так, кто это? Я видел, там кто-то бегал. Да ёлки-палки. Так, снесли, хорошо. А у меня что есть? А, у меня патроны есть, блин, у меня аптеки нету. Была бы аптека, было бы здорово. Ух ты ж, у кого-то гранаты есть. Стали взрывать все. Сейчас гранаты появились. Все стали бегать с гранатами. Ах, ты убили. Сейчас посмотрим на... Вот он, новый такой автоматик выглядит.
Это из третьего кейса, который выпал нам. Давайте посмотрим, почему бы нет. А, этот у меня аптекарь. Да, я могу лечиться, это хорошо. Но с патронами, правда, у меня проблемно будет. Да уж. Мне аптечка-то не понадобилась, мне сразу убили. Так, что он там нашел, интересно? Какой-то узкий туннель. Окей. Так, ну я думаю, вот это оружие лучше в тесных пространствах точно, но не на больших картах. А, ну все, раунд окончен. Ладно, ребят, я самое главное, что вам показал. Хотите больше серии, чтобы кейсы еще открывали? Пишите в комментариях, пооткрываем кейсы. Так, инвентарь, в общем, я вам показал. Есть патроны, гранаты. Аптечка, я не знаю, будет это как-то меняться. Может быть, блоки тоже будут тоже разные потом. Ну вот лопату уже можно поменять. Лопату на какое-нибудь другое оружие. Так, это показывает, видимо, все оружия, которые у меня есть. Так, в общем, как-то так. 36. Сколько вообще у вас? Пишите в комментариях, мне интересно. Мне все интересно про вас знать. Вот. Ну а с вами прощаюсь, ребят, с вами был Дариди, ставьте пальцы вверх и пооткрываем еще сундучки обязательно, если вы хотите. Конечно, бы хотелось вот эти пооткрывать, тут тоже очень много крутых орудий. Все хочется открыть. Вот, ну, очень долго копить на них, то есть надо задания выполнять, 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 потом 37% выполню, из штурмовика убить. Вот, потом будем другие тоже открывать. Я думаю, со временем понаоткрываем еще кейсов. Вот. Ну а с вами был Дарья. Всем пока-пока.